В Муромеграде второй половины века 12-го княжич принял в жены себе простолюдную. Скоро князем стал, не взлюбили бояре чернавку. Предложили ей все, что желает душа, и уйти из пределов муромских. «Ничего мне не надо», — отвечала она, — «кроме мужа пылко любимого». И прослышал то князь, и сложил с себя платье княже, и ушли они в земли дальние. Но спустя время покаянное обернулись бояре, воротиться просили для мира желанного. Долго правил князь мудростью венчанный, и супруга его служила верой и правдою. А когда седина пришла, оба приняли образ ангельский. И, скончав свои лета в день один, похоронены были в могилу общую. Вместе в жизни согласными пробыли и по смерти единства не предали. Святые Петр и Феврония, покровители брака, пример верности, в основе которой любовь.